Всем подписчикам привет! Сейчас покажу вам, как работает насадка на шлифмашинку Ranger в деле. Вот это цепная насадка Ranger на шлифмашинке любого типа, но желательно мощностью не менее 900 ватт, чтобы она надежно тянула эту цепную пилу. Таких насадок сейчас существует множество. Это конкретно фирмы Ranger китайская, 12 дюймов длина шины, 1,3 мм рез. Насажена на машину Фиолент. Фиолент — это шлифмашинка наша, давно у меня в работе, мощностью 900 ватт с регулятором скорости. Эта насадка уже перепилила достаточно много деревьев, начиная от дерева и кончая вот таким вот брус сухой на 150, то есть она вполне справляется с этой работой. Вот бруски эти все отпилены вот этой пилой Ranger. Цена ее сейчас 1400 рублей, и она вполне совместима с болгарками. Переход на работу в шлифмашинке простую, разбираете ее, она комплектуется всеми деталями для этого, и переходите уже на ее родное предназначение для шлифовки. Можно также ее ставить на аккумуляторные шлифмашинки. В результате в сумме получится у вас цепная пила, ну, в пределах 6000, но уже аккумуляторная. Вот такую я рекомендую вам.